И даже я, ленивая задница, пошел, залогинился, чтобы поставить человеку огромное количество звезд. Ага. Всем привет, с вами Витек, Цветок, Лепесток, Донат и Колеса. 100 рублей от достопочтимого дешника. Мы с вами продолжаем наше похождение по колесам. И сегодня я вот так открыл свою тему ВКонтактике и смотрю, там какие-то сплошные ботл-флипы вообще понасоветовали. Может быть, это тот самый выпуск ботл-флипов, который я все как-то пытаюсь вам сделать, но не получается. Может быть, случайность, можно сказать, сделает этот выпуск ботл-флипным? Ультра-ботл-флип от Incuromi.xl. Витка the Hacker, please raid the level, скоро идет. Ого, фига себе, я в бункере в каком-то. Так, импасибро, флиппер, мастер, сиськи. Нет, это не сиськи, это глаза, извините. Вот MLG, Витек the Hacker, хлеб, уфо, еще глаза? Или это непонятно? Как? А, все, понял, тихо. Ну что, я закрываю глазки, будь ласки. А как так? Слушай, я сейчас так выпаду. А куда бы тукнелся? Я в импосибро ее поставил. О, что-то как-то очень странно все это выглядит. А как вниз-то посмотреть? Ёлки-палки, покажи, человек. Ладно, давай просто накидаем их. Ух ты! Опа, еще. Да что ж такое? Ты слишком близко поставил. О, отлично. Поправочка. Я даже лапками не тронул ее ни разу. Еще донат. Еще человек что-то хочет. Слушай, какой страшный уровень, а. 150 рублей от достопочтимого Каливан. Это я опять. Разоряешь меня. Ты что, застрял, меня спрашивают? А ты видишь, что я сотворил? Как? Скажи мне, как? Ну ты физику учил в школе? Или у тебя ее не было? Ну попробуй вот так бутылку поставь на горлышко по диагонали, я посмотрю на тебя. Как это возможно? Скажите, я что? А, ну я же Витек the Hacker, точно, я забыл, ребят. Как только выбиваешь эту штуку, так сразу все... Да, бутылка... Да хватит, меня бутылка нагибает. Ну, какая дерзкая бутылка. Хоть одну бы сломал. Молодец. Ну, а последняя пошла. Куда она пошла? О, откуда там выскочила бутылка-то, я чуть не понял. О, там три их. Best. А, нет, не best. Йо! Ой, уфошенька снова. Но я очень классно сыграл. Особенно вот это. О чем я вообще говорю, ребят? Это же голубая бутылка. Это же та самая голубая бутылка. Все. Тогда все реально, все возможно, ребят. Вы попробуйте реально голубую бутылку, если бросить. Она не подвержена законам физики. Она всегда творит какую-то дичь, чушь и прочую ересь. Всегда так. И в Happy Wheels, и в жизни, я думаю, то же самое происходит. Хотя в жизни я голубых бутылок не видел. Может, поэтому и не видел, потому что они все уже где-то и творят свою дичь. Скорее всего, так и есть. Отлично. Но в следующий раз мой тебе совет. Вот это вот надо вот побольше платформу сделать, чтобы как бы бросила она там фух, с размахом, там что-то летало, все, кувыркалось. А тут я раз и закинул на верхнюю полку сразу, ну неинтересно так. Пошел Bottle Flip. Rocket Bottle Flip 4VP. Левел для ютубера Витек Play. Если ты не знаешь русского, не играй в это, пожалуйста. Ух, ё, классно, так. Внимание, на уровне есть интерактивные объекты. Это типа пародия на мою заставку, да? Level for Витя Б. Уровень для Витя Б. И только для русских. Йо, ни хрена себе. Ой, йо, ух ты. Дырочка. Камень с иксиком. Это же зайзик. Его, кстати, можно нажать, что-то будет интересное. Здесь менюшенька. Маяк. Маяк, пацаны. Мы его увидели. Наконец-то маяк начал появляться в арт-левелах для меня. Йо, это что такое? За личинка такая. Пока не понимаю вот этой штуки.
Что здесь у нас есть? Давай посмотрим. Гвоздик, это Изи. Марио, это грибочек. Фриман Гордон, это ломик. Дам сотку тому, кто попадет. Это зелененькая штучка. Какая-то веточка. Это, наверное, из террарии. А это король Артур. Это черепашка. А, смотри, здесь тоже можно. Один, два. Странно, какие-то тут значки. Давай сначала просто побросать. А, это, наверное, бутылок еще вызвать. Что-то я не понял. Давай бросать. А что за кнопка слева? Маяк взрывает? Блин. Я чувствую, я здесь надолго на уровне. Сейчас мы все попробуем. Поехали. Видишь, как простор. Ой. Простор какой. Бутылка распрыгалась как. Нормально меня встретили тут. Ух ты ж, как они... Две дырочки сразу. Хо-хо-хо, я король дырочек. Надевай правильно. Что надевать правильно? Это кто кричит, кстати? Маяк! Маяк зачехлился, черт побери. Что происходит на этом уровне? Ой-ой. Изи. Я сейчас все активирую. Это было легко, правда? Нажми на лягуху. Гриб. Гигантский гриб. Где лягуха-то, боже? Еще одна дырочка. А где лягуха? На какую лягуху нажать-то надо? Так, ладно, давай на крестик. Хороший камень. Вау, я так и думал, что это хороший камень из Айзека. Две. Ой. Они пропали. Так, хороший камень прожали. Что еще? Единичку дотра. Ага, это еще бутылки. Это я догадался. Слушай, ты молодец. А что за фигня? Чуть-чуть теперь сквозь гриб прокинуть не могу. Нет, я просто криворукий. Да, я просто криворукий. О! Инопланетяне! Ты даже инопланетян сделал! Черт побери, ты все предусмотрел, а я думаю, странно, тут даже можно явно закинуть. Охренеть, чувак, ты... О-о-о, уцелев стельку! Это дыр... Это... Достойно... А, это достойно лайка, черт побери, ребята. Ёлки, это реально достойно лайка. Это божественный уровень какой, а? Куда я еще не попадал? Какого хрена у меня бутылка в руках лопнула? А, сорян. Это голубая бутылка, ребят. Все в порядке, все нормально. Ты за что схватился рукой? Ты что делаешь, мужик? Это стенка. Грустно так. Пынька-пынька, все в дырочку складывается. Я куда-нибудь попаду сегодня. Если бы она на черепахе осталась. Давай черепашку нажмем. Что-то фейк какой-то. Черепашка не работает. Так, а где у Лигу? Трис. А, Геральт. Ха-ха-ха-ха-ха, Трис. Трис кричит с маяка, Геральт. Так, а это что? Вниз. Йо. Твоя сотка, нажми, чтобы выиграть. Топ-секрет код, то лаунч... Супер-секретный код, чтобы запустить бомбы. Полька, матрешка, балалайка. Хорошо, что я не пельмешка. Прикинь, пельмешка, я ж говорю, что мне надо пельмешкой называть. Охренительный уровень, черт побери. Я так долго на нем играл. Почему всего лишь 3 очка стоит, ребят? У меня не получается. Срочно. Бросайте все. Бросайте все, ребят, идите в колеса. Берите этот уровень от Only Good Levels. Он сейчас пока один. Срочно расставляйте туда по 5 баллов. Каждый, кто только услышал этот зов. Это же круто. Вы представляете, сколько человек потратил времени, чтобы это все создать? Да он капец крутой. Хочу еще раз куда-нибудь попасть. Попал себе за спину. Изи. Нажми на лягуху. На какую лягуху? Лягуха, лягуха, лягуха. Вы видите лягуху?
А чё это они как-то залипли? Что происходит? Они сами летят куда надо. Я все-таки где-то нашел лягуху. Ты посмотри! Упс, оставил ее где-то на уровне, поищи. Черт, как ты это сделал, что они куда надо летят? Может, где-то все-таки лягуха? Типа, изи, нажми на лягуху и бутылки на... А, я в прошлый раз на лягуху-то нажал, когда уже не было никаких бутылок у меня. И я не знал, что это такой эффект дает. Блин, ты бог. Витя Б, брок. Ха-ха! Блин, сколько здесь всего есть, прикинь. Ай! Разбилась. Стопочками складываются. О! Нормально я ее. Что-то у меня такого еще никогда не было. Тотально сломал. Цеп стельку, достойно лайка! Охренительный уровень. Я наверняка чего-то еще не нашел, ребят. Вы сами поищите теперь. Трис. Что я не нашел? Я наверняка что-нибудь еще не нашел. Что, ребята, призыв-то делает. Вы посмотрите, я начинал играть, было 3 звезды, сейчас уже почти 4. И даже я, ленивая задница, пошел и залогинился. Пошел и просто тупо залогинился, чтобы поставить человеку огромное количество звезд. Да как так? Я только что залогинился. Со второй попытки все-таки получилось у меня прийти и поставить свой голос. Александр Лед с уровнем Bottle Flip VP Fixed. Где же вы такие цвета-то берете? Сортир, цветок и... Что? Я устал писать. Третий бутылочный пак. Второй, первый. Давай первый бутылочный пак. Так уж и быть. Давай я прям по шустрику сегодня. Вообще Витек топ сразу в толчок попал. А чё нет-то действительно? Чё тупить-то? Вторую туда в толчок. Давай, второй бутылочный пак. Как тебе это, Илон Маск? Нормально, смотри, сейчас я весь толчок забью бутылками. Да брось ты, что ты к локтю-то прилипла? Во! Смотри, как поперло, а? Сломал, ничего страшного. Ну чё, в толчок накидываем, чё сидим? Желтеньких туда еще на толчок насажаем. Хоп-хоп-хоп, чина-хоп. А я швыряю. Блин, эта желтая бутылка все полом... А, не, она просто перетащила ее чуть-чуть пониже. И разбилась. Ну, неплохо. Ну, блин, елки-палки, где ты такую цветовую гамму-то нашел? Зачем ты ее такую сделал? Ты посмотри, у цветка синие глаза. Такое ощущение, как будто он сейчас поглотит вас всех за то, что вы лайк не поставили до сих пор. Люцифер, бог, ангел, куча шестерок. С уровнем Bottle of Blue Water. Бутылка Blue Water. Бутылка синей воды, сорян. Заговорился. Для меня. Погоди, я разве в него не играл? Я же в него играл. А, все, он мне написал, типа, что только с голубыми бутылками... Так что будет весело. И да, как ты и просил, в прошлом Bottle Flip я наклонил эту пружинку посильнее. Отлично. Работа над ошибками. Ну, давай проверим. Хрена себе работа над ошибками. Витя сразу взял и сломал все. Бог синих бутылок. Ну-ка, давай, ладно. Нет времени объяснять, надо срочно все это пройти. Швыряй, швыряй. Так, одну бутылку. Что они все покололись-то там? Так. Ух, я шустрый какой, а? Чувствуешь, как я бутылки швыряю? Еее, УЦ, МЛГ, капец, нифига себе, поперло. Давай, чем больше бутылок я пол, тем круче получается. Хоп-хоп-хоп, чина-хоп. Ну так они плавненько заехали. Все? И синий УЦ. Да.
Фух, зато быстро прошли, ребят, а то ботлфлипов уже столько. Молодец, что прислушался к моему мнению, только за это тебе можно пятерку ставить. А, давай что-нибудь, может, другое нам покажет, а? Вон, Савел 454, Epic Fight Hard. Good look. А, ух ты, Витёк Плеза без, окей. Так, good look. Хорошо выглядишь. А! Хрена себе, я из него короля Артура сделал. Был старый ниндзя, стал король Артур. А я разве не играл в этот уровень? Чё-то припоминаю. Чувак с топором. Я топорил, топорю. И буду топорить. Я... А! 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 Чёрт! А! Фига себе. Отложил ее обратно. Опа! Что это было? Человек-ракета? О, тварь, а! Подбил меня Индиана Джонс. Я старался, но не мог. Ага, отними у него оружие, правильно. Заставь его лизать рукоятку. Достопочтимого Тёмка. Витя, привет, это я. Может, потом поиграешь в монстра? А, по яйцам. Монстра. Песня битвы о большие города. Обязательно поставлю песенку. Спасибо за донат. Вы видели? Когда ты умираешь, нужно срочно выставлять левую ногу вперед и вот так вот руками делать. Доезжаешь до обидчика и прям в яйца ему. Опа, видал, как я ему? Силовой прием! Спасаем парня. Не получилось. Ладно, едем так. Хорош, отбил. Живой, ты прикинь, живой, даже ничего не... Да, все. Копье, походу, дело выходит из меня потихонечку. Бешеный кусок мяса, что ты творишь, а? На тебе. Твое же копье тебе обратно. Ха! Видал? 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 Как я этим толстым отблокировал все. Все, теперь я точно прошел. This week, newest... Нет, не newest. Рейтинг. Everyone. Поехали. Угадай персонажа. Нет, не люблю. Bottles Flip. Они меня преследуют. Там куча бутылок. Йо. Мастер, вин, хард. Ну, сейчас мы вин сделаем и все. А, там потолок есть. Понятно. Вот это как бы меняет. Меняет все. Я-то думал, я уже попал. А я не попал. Может, в Impossible попажу. Я крокодил крокожу. Бутылкой попажу. Эй, чуть-чуть не докинул. Опа, а вот теперь докинул. Ты-ты-ры. Я же говорил. Тук-тук, пук-пук. Не, хороший уровень, чё. Краткость сестра таланта. Как бы делать уровни вырвиглазными, ядреными и с миллиардом бутылок тоже нет смысла. Переиграть всегда можно. Матрица. О, о. Йо-йо-йо-йо-йо-йо, жопу под... А, нормально, все, я выжил. Все, 5, значит, надо поставить, если я выжил, да? Роуп свиминг. Кириковский. Как тебе каламбур, Витёк? Опа. Опа, 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 опа. Я уже люблю этот уровень. Достижение, не бей себя. Ни хрена себе, ты чё ещё и достяги нарисовал тут? Где мое достижение? Уху! Уху! Пиньята. Слушай, какое у тебя тут достижение сделано, интересно. Бульк. О, что это? Что это? Что это за рыба? А, это что? Ай. Я застрял, да? Ты ж... Слушай, ну ты молодец, физику знаешь. Ныряем. Чу-пунч. Живу. Какая-то страшная рыба. А вот, смотри, меня хотят сожрать. Давай туда. А что это такое? Крокодил? Нет, это упоротая рыбка. Так, куда мы едем? Почему я на голове стою? Достижение ценок. Что это значит? Такие же достижения вы могли найти. В самом начале зажать пробел, ничего не делать. В начале финишировать.
А, я ничего не делал в начале, я зажимал пробел. Да, все, я все достижения сделал. Все три достяги, ребят, сделал. Блин, прикольненько. Молоток. Только я так и не помню, почему меня акула не сожрала. Граб за гарпун, это как так? А, отлично, холд вверх. И пробел. Какого хрена я? Я схватился за жерло пушки. Как будто. Я как бы должен был этого чувака насадить, но получилось, что я себя насадил. Самонасадочка, ребят, самонасадочка. А он меня, смотри, он меня снимает потихонечку. Давай, мужик, поднапрягись. Пожалуйста, сними меня. Я тебя поцелую за это, прям в лоб. Спасибо тебе, мужик, спас. Ты же мой брат-близнец, просто без каски. Ну что, им пассивру какую-нибудь сделаем? О, прикольно, травка. Что-то тикает. Живой! Живой 2! Импасибру 99! Конечно! С какого, с третьего или с какого, с четвертого раза я это открыл? Вообще я топчик. Escape Lab. Спасись из лаборатории. Грузился долго, чтобы это значило. Надо нажать? Нет, не жмется. Может на лифт? Это лифт. Он делает быр-быр-быр-быр-быр. Какой он сонный, я сейчас усну. Опа, надо нажать. Нажал. Тюнг. Ты что это сейчас, рожок какой-то? О, я так и знал, что что-то рыгнет на меня. Инопланетяне, один вырвался, смотри. О, нет, меня инопланетянин насадил на шипик. Сейчас он... Ага, я типа так и повелся, да? А, облом. Там просто стена невидимая. Ну, если вы не поняли. Хрена себе, прошло 3 дня. Кто кричит-то? Зародыши. Нажать? Нет, пока не надо. Че, мне надо вниз падать? Ага. Ох, фига себе, тут лифты какие-то поломанные. Опа, сейчас он мне все расскажет, я уверен. Найди этот, как его? Фьюз. Вы поняли, фьюз этот, как его? Предохранитель. Ёшкин кошкин, хрена себе лифт. Ух ты, какая интересная дверь. Ух ты, какая интересная дверь, ты только посмотри. Че, попробуем. Что-то такого я ни разу не видел в колесах. Хоп-хоп-хоп. Выезжай, выезжай! Нет, 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 нет! Дебило кусок, а! Ну ладно, хоть покатаемся по канализации. Да черт, сейчас еще и по канализации не покатаемся. Хоть капелька какая-то в колесо попала. Слишком сонный уровень, ребят, сорян. Да проходите сами. Картун Pogo Fight. Давай с картонками сражаться. Страшно-то как, а? Они хоть нападать-то будут? О, они живые. Ну, в смысле, почти. Это стикманы, ребят. Стикманы после того, как съездили к бабушке, ребят. Как видите, эти стикманы немножко широковаты. Для нормальных стикманов. А, держу, 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 не падай. Держу, держу. Я все прощу, нет, не уходи, нет, нет, пацан, нет, держись, пожалуйста. Нет, я не хочу тебя терять. Хорошо, повесил. Нет. Я спасал его как мог. Хо-хо-хо, ни хрена себе, прям в чайник ему. Вот что значит снайпер. Что с тобой? Ты был боссом. Стал абсосом.
Какие-то это с длинными пушками пошли парни. Охрена себе! Вот это булки-то мои жалко стало. Уйди от меня. Отцепись от меня. Нет, он хочет утянуть меня в ад. Нет, я уйду, я даже вместе с тобой буду уходить отсюда. Ах, сейчас у меня жопу-то оторвет. Хорош, у меня уже все оторвало. Засранец, что ты сделал со мной? Уровень клевый. Клевый уровень, не зря в него пошел поиграть. 5 баллов. My life is a lie. Моя жизнь это ложь. Здесь везде написано «Моя жизнь это ложь!» Тварь, говно, это же... А! Это же тролль левел! Засранцы! Yes, no! А, все-таки в каком-то месте я куда-то попал куда надо. Блин. Надо же так было тролльнуть, а по полной программе. В общем, нужно в ноу лететь. Давай, ноу. Ноу! Ха-ха! Я знал это. Чух, кишки в разные стороны, сердце лево, право, вперед, назад. Йоу! Типа я выиграл. Дикий уровень. О, пистеп, ребят. Тестовый уровень, босс файт тест 2. Где босс? О, лучник! Хорош, нифига себе, ты мне руки отстрелил, снайпер типа. А, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе крутой. Готов, лучник твой. Суша, прикольно. Нужно сделать побольше вот таких вот боссов на один уровень. Сделать его, назвать там типа боссы, 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 боссы. Я бы так назвал. Rope Swing Factory. Завод с роупсвингами, ребята. Это завод там, где делают роупсвинги. На старт, внимание, марш. Мне такое ощущение. Ох, фига себе, вы это видали? Как я жопы-то, а? Меня, можно сказать, если бы там волосы на заднице были бы, посрезало бы. Хотя, кто знает, может быть, у этого героя есть уже волосы на заднице. Press when ready. А, понял. И... Тыньк. Фига себе, так зажует же. Чуть не зажевало. Прикольно, такие цепочки сделаны. Опа! О, тварь! Это костер. Это котел. Офигительный уровень. Я люблю роупсвинги, а когда они такие простые... Блин, чего у меня глаз чешутся, а? Элеватор крэш. Разбился элеватор, ребят. Та-на! Драгонборн глотнул упорино и сказал: ну шо, Виктор Таносович, и у тебя есть вредные привычки? Есть. Люблю есть. Спасибо, знат, ребят, F-лягушки, пожалуйста, там отправьте. Я пока не могу. Прикольный уровень. Такой простой, но элегантный. Ну чё, ВВЕшенку посмотрим? Бум! Та-та-ра-та! Та-ра-ра-ра-ра-ра! Так-так, я правильно сделал все? Я просто, ребят, в этой теме вообще никто и никак. Я только по вашим реакциям это определяю, как нужно реагировать в таких уровнях. Хочется чего-нибудь такого, чтобы душа свернулась, а потом развернулась. Или наоборот, развернулась, потом свернулась. Ну вы меня поняли. Кричат Pogo Fight, давай. Ну давай, вот этот вот хард. Вначале я пропустил. Что здесь есть? Pogo Fight, JBLOL. Нифига себе. А чё так много оружия-то? С метеоритом. Во, видали, видали? Охренеть, как это пройти? Слишком много оружия на квадратный сантиметр уровня. О нет! Капец, мои ноги! Деда. Смотри, он меня спас. Деда, забирай. Спасибо. Спасибо, что дал мне оружие на время. Оно мне было когда очень нужно, ты мне его
подарил, можно сказать. Да как ты это делаешь, Витя? Ёлки-палки, да я не дошел просто буквально. Тихо, деда. Перестань. Не толкай меня. Так. Отойди. Нет, 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 только не... Стоять! 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 Так. Так, и теперь прям эпичный прыжок! Супер, все супер, только пушку... Топор вошел в меня, да? Ух ты, что это с ними? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Черт, страшно-то как! Не-не-не-не-не-не-не! Нет! Нет, что ты засасываешься туда? Слушай, меня эта древка топора, она меня спасает! Есть! Если б не тот топор, который вот так вот стоял, он просто не давал тому топору дойти до меня. Блин! Реально хард, ребят. С третьего раза всего лишь прошел. Ой, по времени, ребят, уже много времени. В общем, спасибо тем, кто успел надонатить, пока выпуск шел. Спасибо то, что посмотрели, поставили лайк, обратили внимание на цветка, поделились с другом. Всем пока.